Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. Давайте нашу розмову розпочнемо із заяви Андрія Єрмака. Він сказав про те, що для того, щоб почати перемовини, треба повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення, а далі ми будемо говорити про те, як повернути наш суверенітет на кордони 91-го року. А також у цьому інтерв'ю він сказав, що важко 3 роки продовжувати боротьбу, саме тому ми працюємо над перемовинами, але у Курську ми продемонстрували слабкість росіян. Романе Григоровичу, а ви уявляєте собі, що росіяни можуть вивести свої війська останом на кордони 24 лютого та 2022 року? І чи ось ця заява, це повернення до Стамбулу, як ви вважаєте? Ну, це в чистому виді Стамбул, тут взагалі без варіантів. Тобто, це все продовження цих стамбульських договоренностей 27-го. Ми з вами 27 марта 22-го року, ми з вами второй год об этом, третій год об этом. То есть тогда в Стамбуле конкретно сдали канцелярские эти жулики, мошенники, сдали Крым и Донбасс. В каком смысле сдали? Подписали некоторые предложения с нашей стороны, по крайней мере, там уже целый такой план сдачи был разрисован там на 15 лет и так далее. Там, ну, это много надо рассказывать про это, должны следователи в этом разбираться. Занимался тогда Умеров, Резников, Подоляк, Арахами, все это подписывал. Вот этим планом, этой сдачей, капитуляцией практически, в чистом виде капитуляции. Путин третий год уже трясет этим планом, рассказывая о том, что украинские власти сдали все и вся, и он требует, не просто там предлагает, он требует любые мирные какие-то планы, дальнейшие действия, мирные переговоры начинать с этих стамбульских, уже подписанных нашей делегацией. Арахами сам это говорил, по-моему, Масичук, о том, что он ее подписывал там, это самое, и подтвердил это. То есть я сейчас ничего не придумаю. Естественно, Путин требует вот то, что вы уже подписали, давайте дальше двигаться. Вот то, что мы сейчас слышим. Опять те же канцелярские мошенники, они опять артикулируют к этому, ну, стартовых, к этим стартовым условиям, то есть к границам 24-го года. Пойдет на это Путин или не пойдет, это все будет зависеть, как на него, в принципе, наедут именно мировые лидеры. То есть как это будет? Они могут загнать в ту же самую ситуацию, в конце концов. Отойти он, может, полностью не отойдет, но начнет уже требовать опять тех же стамбульских договоренностей. Вот и все. Но только теперь это сейчас нам, эти канцелярские крысы, они нам это все подают как великую победу. Вот вспомните 22-й год, то есть это капитуляция в чистом виде. Они тогда разбежались, почему уже поняли, что Залужный, армия, народ на это однозначно не пойдет. Разбежались, забыли, почему Путин выхватил эти договоренности, трясет ими третий год. Потому что он их опять требует. Они тогда забоялись. Вот больше 2 лет по кругу 3 раза проехали. И сейчас хотят вывести на такие же самые договоренности, стартовые, только уже как великую победу это подать. То есть давайте на 24-й год, и вот мы дальше начнем разговаривать, как мы будем освобождать до границы 91-го года. Так это уже все было в 22-м. То есть для того, чтобы заставить украинский народ, украинскую армию обескровить, убить сотни тысяч украинцев, это надо было 2 года пройти и столкнуть, ну и дальше проводить вот эти боевые действия, причем неподготовленные, без определенного количества амуниции и так далее, и тому подобное. То есть получается, загнали за 2 года, загнали народ под плинтус украинский, создали концлагерь, убили сотни тысяч украинцев, и потом подают сейчас то же самое, по крайней мере, но уже с точки зрения великих миротворцев, ну или так далее, или примерно где-то так. Это так выглядит. Будет это абсолютно по-другому, то есть никто останавливать боевые действия не будет, ни Путин их не остановит. Ни украинские войска их не остановят. Нет механизмов технических остановить 2,5 миллиона армии, которые сцепились по линии боевого соприкосновения 1500 километров. Просто не существует.
400 километров фронта, когда где-то 30 против 30 тысяч там стояло в свое время, 8 лет, 14 года, так и то Порошенко расцепить не мог. Он там что только не делал, только чтобы там Минск-1, Минск-2, потом какие-то придумывал, без зоны, безмилитарные начали разводить там по счастью. И так ничего же этого не получается. Две полумиллионные армии. Теперь у нас единственный ход, вернее не ход, а у нас единственная стезя. Разгром российской армии на нашей территории, а мир у нас наступит после развала Российской империи. Раньше этого просто не будет. А все, что сейчас пытаются эти канцелярские жулики забросить или, по крайней мере, просунуть, это у них есть такая интересная надежда. Нет, не то, что Путин там отойдет на границе 24 года, нет. Это жулики. Это канцелярские жулики, мошенники, у которых основная задача набить карманы и свалить в основном в Израиль. Потому что у них по карманам рассовываты израильские паспорта. Там они больше израильтяне, чем украинцы. Это еще контрразведка будет их трясти за двойное гражданство. Почему израильские? Потому что они как пытались летом этого года просунуть через Верховную Раду закон о двойном гражданстве. И это же не просто так, и туда попадал Израиль в том числе. То есть пытались просунуть, это же не поперек нашей Конституции, потому включили заднюю по этому закону. То есть это канцелярские мошенники, жулики, которые надеются на то, что в процессе каких-то столов, мирных переговоров или там под этим видом остановить боевые действия. Они на это пытаются, а потом надеются, по крайней мере, на то, что будет выделено достаточное количество средств для восстановления Украины вот на время этих перемирия. И, естественно, с этих средств покормиться. То есть еще не сильно много набили по карманам, их, скорее всего, Израиль с этим маленьким кешем просто не принимает. То есть пока еще за своих не считает, потому им надо побольше набить, чтобы туда завернуть, они сильно хотят в Сахале повоевать. Ну а по поводу того, что нам тяжело там третий год воевать, во-первых, не третий год воюют, это для особо образованных, мы 11-й год воюем, с 14-го года, я в 14-м году в плен попал, потому по себе это знаю, с 14-го года воюем, 11-й год, а тот, кто воюет третий год, ну он где-то выпал на 8 лет из украинских реалий, чем и кто там где занимался, это их вопросы. Некоторые из этих товарищей, во-первых, повыпадали в Украину откуда-то. То с гор кто-то спустился, то с Израиля появился, то еще что-то. Они же, я говорю, имеют другие паспорта. Так вот, у них задача остановить разными методами, какими угодно, боевые действия, постараться, по крайней мере, и получить деньги на распил, на коррупционные механизмы, разорвать деньги на восстановление Украины. Вот это основная задача. Вокруг этой задачи они пляшут как могут только. Мы же с прошлого года, мы с вами второй год тоже проговариваем вопросы, связанные с этими мирными столами, так называемыми, там, саммитами мира. С прошлого года, как только наша армия начала контрнаступательные действия, канцелярские крысы создали механизмы этих так называемых мирных столов или там соглашений, придумали формулу мира и начали с ней носиться. Для чего? Вот именно для такого действия. Сдать Крым, Донбасс полностью, сдать Путину, потому что Путин не вернется на границе 24 числа. Он же точно определил, ему как минимум надо уже Луганская и Донецкая области полностью, то есть полностью, почему мы сейчас и сыпемся по Луганской, по Донецкой области. Канцелярские крысы делают все, чтобы сдать Путину Донбасс технически. Это уже понятно. А дальше, опять же, остановить и успеть попилить те деньги, которые будут заходить на восстановление. Рассовать по карманам и спетлять в Израиль. Или еще куда-то. Там же паспортов не только Израиль. Там есть российские паспорта. Кто-то поедет к Януковичу в Ростов. Там есть американские паспорта. Какие только угодно. То есть вот у них эта задача. Но им еще надо убежать же успеть. Потому что контрразведка может за задницу взять и не успеешь же убежать. И тут надо, значит, развалить страну. А вот этими мирными идеями, так называемыми, мирными столами, саммитами мира, формулами мира и так далее и тому подобное, это как раз включит механизм внутренних гражданских боевых действий, потому что за ними ж начнут уже охотиться военные, гражданские, те, которые потеряли жизни своих близких. Это сотни тысяч, а реально, если смотреть по родственникам, миллионы человек. То есть им надо еще и создать проблему внутри страны.
Но, еще раз повторюсь, этого всего просто не будет. Мы тоже это проговариваем с вами тоже второй год. Чтобы они там не думали, чтобы они там себе не рисовали, не получится развести армии, остановить боевые действия. Технически невозможно. Невозможно технически сдать украинскую территорию, потому что это все в Конституции. Изменить Конституцию – это две сессии Верховной Рады, это провести определенный референдум, это тоже невозможно. Потому это у них просто мысли такие от, я бы так сказал, недомыслия и скудоумия. От злого умысла это у них другое, это у них сдать Донбасс в прямом от злого умысла. А вот эти все придумки, которые они все нарисовали, это просто от недостатка ума. Там же видно, вы посмотрите на все эти канцелярские фейсы. Ну, с лица ж можно считать, там большая проблема с интеллектом. Ну, там думать нечем. Потому, ну, можно только, давайте так, ну, это мы проговорили, а реально ж ничего не будет. Вот это только время на это тратить. Не обращайте на это внимания, вот просто не обращайте. Ничего не будет, сдача Украины однозначно не будет, она у них просто технически не получится. Даже если бы они сильно хотели, ли именно они этого сделать не могут из-за своей профнепригодности. Это просто люди, которые пришли где-то что-то украсть. Ну, у любого вора спросите. Украсть легко, сохранить тяжело. Вот поспрашивайте, вот, кто нас сейчас слушает, если у кого-то есть такие контакты с ворами, только нормальные, которые в этом деле разбираются, не злобстовниками, а которые понимают, что украсть легко, а вот потом спрятаться и сохранить это практически невозможно. А это гопники. Галимые гопники, которые просто не понимают, что делать с теми награбленным имуществом и теми деньгами, которые награбили, они у них не останутся. Следующие гопники у них заберут. Романе Григоровичу, от ви говорите про те, що єдиний для нас вихід – це розгром російської армії на нашій території. А як, от за рахунок яких ресурсів? Ну, мається на увазі, що якщо от, там, незалежно від того, хто там стане президентом Сполучених Штатів Америки, до прикладу, Трамп говорить про те, що більше не дає озброєння, а якщо буде Камала Харріс, то нам, наприклад, дають рівно стільки, скільки дають і на сьогоднішній день. Ну, тобто, а за рахунок чого тоді? Немає дальнобію, немає достатньої кількості для літаків та ракет. За рахунок чого? За яких ресурсів тоді? Я вот не просто так постоянно повторяю, когда уйдет Байден вместе со своей обамовской сворой, они однозначно уйдут. Сам Байден потянет за собой и этих Салливана, Бернса, то есть это те люди, которые договаривались с Путиным о разном невмешательстве и о некоторых механизмах, которые не дают украинской армии победить российскую армию. Эти механизмы влияния на европейских своих партнеров. То есть Белый дом на данный момент давит на европейских партнеров, чтобы они нам не передавали те средства поражения, которые мы уже давным-давно россиян размотали. Не делается, вернее, не воюется сейчас война там на 100% на линии боевого соприкосновения. В третьем тысячелетии идет война логистик. То есть важно в любых боевых действиях уничтожать логистику противника, особенно российской армии. Они же без подвоза боеприпасов, они просто остановятся. Дело в том, что российская армия слишком много жрет. Она жрет непосредственно продуктов много. Она потребляет большое количество топлива, она потребляет большое количество боеприпасов, потому что неточная артиллерия, большое количество, естественно, техники. Так вот, если вы перережете логистические цепочки поставки, то эта российская армия просто засохнет у нас на поле боя. Потому почему Белый дом не дает возможности нашим европейским партнерам нам передать достаточное количество вооружений, чтобы мы эти логистики пересекли. И там потом уже справимся мы своими силами, справимся с той российской засохшей армией, которая будет с этими зелеными человечками, которые будут болтаться по украинской территории. Так вот, для того, чтобы снять давление Белого дома на наших европейских партнеров, должен уйти Байден. И все равно, кто придет на его место. Либо Трамп, либо Харрис. Они этим делом ни один, ни другой заниматься не будут. Трамп, так наоборот, он четко артикулирует. Вообще, это типа проблема украинская, это проблема Европы. И не трогайте Соединенные Штаты. Так для нас это как раз положительный момент. Раз это проблема Европы, так Европу тогда никто давить не будет, чтобы они нам не помогали. Они сейчас нам не помогают по некоторым позициям как раз из-за этого байденовского давления. Харрис придет,
Да, это будет, в принципе, повторение политики Белого дома, но без вот такого, как сказать, красных линий для европейских партнеров. Да, как только придет Харрис, допустим, или Байден, Великобритания вместе с Францией нам тут же передадут Storm Shadow с разрешением лупить по российским логистическим цепочкам на российской территории. Их же никто сдерживать не будет. И Таурусы мы получим, потому что никто не будет на мозги капать тому же Шольцу. Потому для нас Европы, европейского участия до высшей крыши для выполнения наших задач. Единственные есть проблемы, связанные с финансами. Но, честно сказать, меньше воруйте, это нашей власти, меньше воруйте, так и финансов хватит. То есть есть механизмы, как перезапустить все эти процессы, но для этого надо, конечно, исполнительную власть слить в унитаз, потому что канцелярские крысы эти процессы нам не дадут запустить. Они же сидят на потоках, они же это схемщики, это жулики канцелярские, это схемщики. Канцелярские имеется в виду через канцелярию, расползшиеся везде по всей исполнительной власти. Их надо сливать в унитаз, причем уже давно. Этот вариант возможен без великих политических потрясений. Дело в том, что нам нельзя допустить там сейчас каких-то вот именно внутриполитических разногласий. Почему? Потому что именно этого Путин и ждет. Он тут же за это зацепится, развалит страну изнутри. А исполнительную власть на раз, два, три, за 24 часа можно полностью всю, допустим, убрать и заменить. Вот сейчас Костина меняют. Написала заявление, тут же Верховную Раду проголосовали там через определенное время, когда найдут очередную канцелярскую крысу, поставят нам этого нового прокурора канцелярского. Так этого не надо делать. Канцелярию надо сливать в унитаз, переводить на военные рельсы систему управления, в том числе исполнительную власть. Это очень важно. Причем это, еще раз повторюсь, можно легко сделать. И у нас проблем абсолютно не будет. Европа нам однозначно создаст определенную подушку, по крайней мере, военную, с точки зрения дальних средств поражения, для того, чтобы мы уничтожили российскую логистику. Дальние средства поражения. Я сейчас вот как-то в свое время, где-то года два назад, вопрос стоял, помните, по F-16, Грипенам, по Еврофайтерам и так далее, и тому подобное. И с точки зрения технической, оптимально для нас было F-16. Почему? Потому что их много. Нам надо около 200 самолетов, а F-16 больше 4000. И, в принципе, поддерживали мы тогда именно движение по F-16. Кто знал, что Байден остановит их движение. Так мы лучше два года назад грипенами занялись, европейскими грипенами. У нас уже были самолеты, не пара коллег тех, которые нам американцы передали, F-16, а уже несколько эскадрильи грипенов, а грипены могут нести все европейское оборудование. Потому для нас замена власти Байдена на любого кандидата, просто на любого, это как манна небесная. Вот кто как угодно об этом думайте, но у нас сразу снимутся барьеры с европейской помощью Украине. И поверьте, чего-чего, а в Европе вооружений хватит выше крыши для того, чтобы российскую армию раскатать на нашей территории, но опять же, начиная с логистик в тылу противника. И этих средств поражения у наших партнеров достаточно. І от про наших партнерів, про Польщу, зокрема, президент Анджей Дуда говорить, що Київ має отримати все необхідне для повної перемоги у війні з Росією, а також каже, що віддати РФ хоча б сантиметр української землі було б катастрофічною помилкою. Польща розуміє, що вона може стати тоді наступною. Ну, я ж об этом і говорю. Это вопрос Європи і вообще концептуальних отношений к територіальній цілісності любого європейського государства, ж не тільки Польща. Польша говорит это не только из-за того, что там следующая будет Польша. А он это говорит, потому что это концептуально, это то базисное, которое в свое время, тот базис, на котором строилась и Организация Объединенных Наций, уставы почему создавались. После Второй мировой войны было принято решение всеми практически странами мира о том, что передел границ военным путем невозможен. То есть дальше для того, чтобы не гибли миллионы человек, потому что во Вторую мировую погибли десятки миллионов. Как раз из-за переделки границ называется. Так вот, было принято это концептуальное решение. Границы никто близко к границам никто не подходит. И вот первый, кто полез на границу, это Россия. Причем она полезла же не в Украину, она полезла в Грузию.
Она полезла в 2008 году в Грузию, и Меркель, которая, в принципе, в Европе должна была решать эти вопросы, она их решила в пользу России. То есть это фрау-мадам, газовая великая принцесса, которая хотела усесться на российскую трубу, как до этого Шрёдер, и ей просто понравилось. Одна труба для Шрёдера, вторая труба для Меркель. Так вот, тогда, в 2008 году, началась Третья мировая война. Это вот, вот это время, 2008 год. Вторжение россиян в Грузию, а дальше это привело к вторжению россиян в Крым, потом к вторжению на Донбасс, то есть то, к общему вторжению в Украину. И сейчас, в 2022 году, к масштабному вторжению россиян, в людей мы потеряли. Тогда тысячи, сейчас сотни тысяч. А в следующий раз, если мы допустим это такую же самую беду, мы потеряем миллионы человек. Так вот, Дуда, это же вот как раз подтверждает то, о чем я говорю. Если не мешать европейским государствам, не мешать, а мешает Белый дом. Даже не Москва мешает. Москва может что-то подплачивать, и то в основном за счет разницы в цене на газ и на нефть. Это почему Орбан с Фицо подпрыгивают еще на одной трубе. Вот они специалисты по трубам. И одна, и одни, и другие. Так вот, вопрос только в этих российских трубах, не более того. А Европа прекрасно понимает, и если ей не мешать с Белого дома, если не будет окриков, они нас снабдят достаточным количеством боеприпасов, техники, причем они уже это делают, особенно частные фирмы. Вы смотрите, что Rheinmetall делает. Они уже второй завод открыли. Причем уже начали выпускать БМП и очень хорошую БМП. А следующие пороха, следующие техника и так далее, и тому подобное. Это же совместные на нашей территории. А так Европа сейчас станет свободна при заходе любого из кандидатов, хоть Трампа, хоть Гаррис. Европа станет свобода от окриков с Белого дома. И уйдет в небытие это байденовское сопляжуйство. И вопросы мы будем однозначно решать, причем под европейским уже зонтиком. И намного все проще будет. Потому впереди у нас, естественно, оптимистическая картина и по действиям в том числе. Потому непонятно, вот эти мысли, связанные там с заморозкой боевых действий, о том, что мы устали, ну вот кто там третий год воюет, уже все там поуставали. Так мы 11-й, Донецкий 11-й год воюют, и воюют. В Ахиллесе хлопцы мои работают еще, донецкие партизаны. Ну так и воевать будут, пока Донецк не освободят. А как вы их остановите? Остановите. Какая-то канцелярская крыса скажет донецким: стой, раз, два, кругом, шага, марш. Да знаете, чем это закончится? Эти канцелярские крысы, они будут перехлопаны где-то там на Банковой, повешены на этих столбах фонар. И все. И такой процесс, он просто, ну, он невозможен. Они прекрасно, эти жулики, они прекрасно это понимают, они чувствуют эту обратку, потому они просто на нее не пойдут. А Дуда и такие, как Дуда, а это практически все руководители Европы. Они вот так же думают все. Не говоря уже там о британцах, допустим, о французах. Вы же послушайте заявления британских и французских политиков. Они же так же само говорят, как и Дуда. Якщо говорити про наміри Російської Федерації далі, от видання Bild із посиланням на джерела у німецькій розвідці пише про те, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. Ну, напевно, це для нас вже не новина. Але тим не менше, Романе Григоровичу, про що говорить голова Запорізької ОВА? Він каже про те, що так починається, ну, якби триває підготовка будівництво фортифікацій. Крім того, також і Жорін говорив про те, що нам потрібно готуватися до оборони Дніпропетровської області. Скажіть, будь ласка, от той темп, який наразі взяли росіяни на сході, на жаль, ми бачимо, що ми втрачаємо території. Ну, тобто він дає їм простір для маневру будувати саме ось такі масштабні амбітні плани? Ну, плани у них не треба і не готувати, вони у них є. Це все у них лежить, просчитано. Генштаб працює якраз над планами там, 10-літній, 20-літній давності наперед, имеется в виду. Тобто просчитує це все вперед, і ці плани у них однозначно є. Вопрос количества личного состава, сил средств для выполнения этих планов. Вот здесь уже большая проблема у россиян. Для того, чтобы им захватить Харьков, Днепр и Запорожье, им надо 3-миллионную армию. Думаете, полумиллионной армии выполнить эту задачу можно? Да, конечно, нет. Это просто нереально. 3-миллионную армию. Для того, чтобы 3 миллиона им под ружье поставить, снабдить, подготовить и полностью экипировать, им надо, ну, лет 5-7. Ну, нет у них такого времени. То есть это из области фантастики. Потому с точки зрения планирования, да, можно подтвердить Бильд и Рёбке, то есть он
он проговаривает как, ну, с точки зрения военной, то есть подготовки к самому худшему варианту. Конечно, и наши войска к этому готовятся. И по Харькову мы что-то видим, удерживание идет противника. И идет подготовка и по Запорожью, и по Днепру. Но это не значит, что россияне там будут. Это две разные разницы. Готовиться и быть, это между этими иногда вечность происходит. То, что сейчас у россиян темп идет по Донецкой области, это еще раз повторюсь, это политическая, техническая сдача Донбасса. Если бы политики, это в основном это их бока, даже не бока, это, скорее всего, задача такая стояла. Они почему носятся с формулой мира и начали ее с прошлого года. Вот еще раз вспомните прошлый год, как это все начиналось. Подняли на флаг формулу мира, начали создавать платформы для перемирения, то есть придумали эти сборища, мирные так называемые. Это же было в прошлом году, это все начиналось. И тут же сняли всех военкомов. Для чего сняли военкомов? Для того, чтобы остановить мобилизацию. Через 3-4 месяца была остановлена плановая мобилизация, причем тех людей, то есть мотивированных людей, профпригодных, которые шли по определенному плану, программе где-то на 5-7 лет, разработанному областными военкомами. Всех областных военкомов одномоментно сняли, рассказывая там сказки про Одесского, Одесса ж святое. То есть и привели к тому, что создали проблему в войсках с пополнением личного состава под конец года, потом просунули умеровский конкретный план по гусификации, вот этот закон, о котором мы сейчас говорим, который привел к тому, что в армию сейчас попадают гусифицированные, они же остановили этим еще прямой рекрутинг, потому что мотивированные, понимая, что они будут воевать с гусифицированными, они просто профессионалы не пойдут на такого рода войну. Естественно, сейчас армия размыта гусифицированным личным составом, который воевать просто не может, по разным причинам просто не может. Это то же самое, если взяли бы, собрали бы там с детского сада детей и поставили бы их на линию боевого соприкосновения. Ну, не могут. Не все могут воевать. Потому это вот этот план сдачи Донбасса, он сейчас, мы его видим, исполнение. То есть привели к тому вот эти действия, сами спланированные эти были действия. Я не думаю, что это от большого тупизма. То есть здесь не только слабоумие, здесь однозначно злой умысел. Привели это к тому, что у нас сейчас на востоке нашей страны, на Донецком фронте, у нас недостаточное количество мотивированных и профпригодных бойцов. Естественно, фланги текут, они их продавливают, и россияне выдавливают наши войска с гарнизонов, которые могли бы мы удерживать, в принципе, без больших проблем. 10, вернее, 8 лет удерживали эти восточные рубежи. Там они были отстроены в 2014-2015 году, так кондово на 100% практически. Они их продавили как раз вот за счет вот такого механизма. А не запустили рекрутинг, опять же, это ж запустили рекрутинг те бригады, которые, ну и мы их поддерживали, мы с вами тоже год над этим работали, над прямым рекрутингом. Те бригады, которые понимают, что им выполнять задачи по удержанию. А остальные просто не запустили. Почему? Потому что не было тренда этого в принятии решения. Тренд был набить, опять же, карманы деньгами от ухилянтов, так называемых. То есть создали сначала людей, сделали их, закрыли в концлагере, потом брали с них деньги. Мы же видим работу ДБР, полиции, службы безопасности, по МСЭКам, по ТЦКшникам, сейчас сколько их, десятки, уже сотни, наверное, уголовных дел, вот косили деньги, только пока еще по низам. Пока еще десятки миллионов долларов просвечиваются по низам, а значит миллиарды где-то наверху. Эти миллиарды долларов наверх шли к канцелярским жуликам, которые весь этот процесс замутили. Поэтому сейчас мы сдаем, а мы реально сдаем Донбасс, как раз из-за вот этой политической задачи, которую выполняло наше политическое руководство, в основном исполнительная власть, которая практически вся состоит из канцелярских крыс. Я почему и говорю, их надо менять. Причем менять механизмов очень много, один из которых – это непосредственно работа контрразведки, а второй механизм – это реальный, тот, который, если надавить на политическое руководство, то они сами примут решение к замене всех канцелярских крыс, всех до одной.
их же нельзя оставить ни одно, они же плодятся как кролики, как крысы в конце концов, и они опять наплодятся. Потому если будет запрос общества украинского на замену исполнительной власти, политической никуда будет деваться, она ее заменит. Как заменили сейчас, меняют сейчас того же прокурора. Вот в таком режиме заменить всю исполнительную власть. Роман Григорович, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чиновники, які мають фіктивну інвалідність, вони мають повернути отримані пенсії державі? Ну, вони по закону, це ж мошенничество в чистому виді. Вони однозначно все вернуть там з определеними штрафами і уголовними ділами, якщо вони будуть заведені як на мошенничество. Тобто, а якщо це ще і, так сказати, під общим руководством, тобто це було конкретная группа лиц, а там однозначно группа лиц, там вплоть до того же Умерова можно доходить под этот закон об бусификации. Это ж надо, ну, это надо проводить для того, чтобы уже обвинять, это надо проводить определенные следствия. Это работа контрразведки должна быть, либо ДБР, либо следователи нацполиции здесь уже куда разведут. Опять же, кто развести самое интересное должен? Прокуроры. Ну, то есть, сами на себя называют. Вот здесь и проблема есть. То есть, я же почему говорю, всю исполнительную власть надо менять. Там нельзя ни одного оставить, иначе вот такой замены, вернее, таких принятий решений точно не будет. А по прокурорам тут все просто. Это в общей структуре правоохранительных органов, с которых должна быть снята, не то, что там инвалидность, с которых должна быть снята бронь как таковая. Это госслужащие, мотивированные люди. Они получают денежное содержание от государства. Они первыми должны стать в строй вооруженные силы Украины. То есть снять бронь, и по этим законам, которые политики приняли, они должны быть направлены не на общество гражданское, которое никакого отношения к войне не имеет, по большому счету, а именно на госслужащих, и, кстати, общество гражданское, и бюджету никакого отношения. А на госслужащих, которые получают из бюджета денежное содержание. Прокуроры – это одни из. Прокуроры, судьи, МВД, особенно МВД. Мне сейчас тоже ребята с ТЦК кое-что рассказывают интересное. Много друзей у меня с прошлого тысячелетия среди военкомов, почему я хорошо знаю эту всю тему. Так туда менты побежали в ТЦК. Их как начали ставить на учет, они прям, я не знаю, какими механизмами, догадываться только могу. Но сейчас большинство ТЦК, или там не большинство, но определенная часть как раз из этих ментов. Не с полицией, не с нацполицией, не надо путать. Полиция выполняет свою задачу, это у нас управление нацполицией. Ментов – это МВД, Министерство внутренних дел. Вот они сейчас начали как крысы забегать в ТЦК. Почему сейчас ТЦКшники, я же почему и говорю, сейчас у нас мотивированные как раз ТЦК уже ставят. Их надо 50 тысяч ставить в строй, отправлять на Восточный фронт. Они в чистом виде мотивированные, профпригодные. И ТЦКшники, которые были раньше в сухопутных войсках, и, естественно, менты, которые сейчас туда позаскакивали, они умеют выполнять задачи как раз с оружием. То есть они обозначены в этом смысле. Потому есть очень много механизмов остановить сдачу Донбасса, которая сейчас происходит. Один из механизмов – это поставить 50 тысяч ТЦКшников в строй, вооруженные силы Украины, непосредственно в бригады. Перенаправить их, отправить туда. Нацгвардию, вооруженные силы тоже, а не так, как сейчас происходит. Нацполицию ни в коем случае нельзя отправлять в том виде, в котором сейчас отправлена она на передок в люте, допустим, потому что это нацполиция, ее заводить в ВСУ надо. По нацполиции все очень просто делается. Законопроекты или указ Верховного о том, чтобы набирать в нацполицию только служивших в вооруженных силах Украины. И все, зачистится нацполиция. У нас все полицейские будут после службы в вооруженных силах. Не УБД полицейская, стоящая там где-то на третьем кордоне на постах, а прошедшие вооруженные силы Украины. Как это, кстати, раньше было. Это в свое время уже переформатили этот режим. А реально надо набирать в нацполицию только служивших в армии. И тогда у нас будет правильное госустройство, по крайней мере, по этой силовой ветке. Чи можна говорити, що події на Покровському та Курахівському напрямках не варто вважати катастрофою? Ну, я бы с катастрофой на данный момент это не считал, по крайней мере. Почему? Потому что мы пока удерживаем и Селидовское, и Покровское, и Кураховское направление. Вот на данный момент.
С Селидова там большие проблемы, россияне зашли в тыл через Вишневое, да, перекрыли нам кислород по Селидово, но селидовский гарнизон борется, удерживает, а россияне дальше не пошли, то есть фронт не просыпался. И можно удержать, опять же, если туда сейчас десяток ТЦКшников отправить, и десяток имеется в виду ТЦК самих, то там несколько тысяч человек, если туда зайдут, так я вам скажу, в 3 секунды этот вопрос решится. То есть удержим это направление. И Селидовское, а раз Селидовское удержим, удержим и Кураховское. Но это точечно. А так реально, конечно, нам надо ребят там уже ротировать. А ротировать можно только, я уже сказал, как это делать. ТЦК, Нацгвардия, внутренние войска, весь прокуроры, там беременность с них снимать. Инвалидность, да, с них снимать и отправлять на фронт в качестве пехоты. Прокуроры хорошие пехотинцы, они у них в голове, голова хорошо работает, быстро схватывает все, в принципе, они могут защищать нашу страну, вот где-то под Селидово, допустим, можно всех беременных прокуроров собрать и отправить туда под Селидово, они там себя покажут с хорошей стороны, удержат россиян 100%. Українська війна перетворюється на Третю світову? Ну, я вже сказав, вона вже почалася з Третьої мірової, якщо вважати по результатам окончання Второї мірової, коли договорились страны не змінювати границі. Тоді був конкретний договор не змінювати границі, і наступна війна, Третя, могла початися тільки з розрушення цього договору. Росіяни в 2008 році розрушили этот договор после военной, после Второй мировой войны, и вторглись в Грузию. Вот это начало. А это сейчас Украина-Российская война, это продолжение той начала. То есть мы сейчас уже в процессе Третьей мировой, потому что россияне продолжают изменять границы. Они ввели в свою конституцию 5 наших областей, Крымскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую. И сейчас пытаются, а теперь пытаются, то есть юридически они этот вопрос для себя решили, они пытаются фактически захватить наши территории. Это Третья мировая война. Началась она в Грузии в 2008 году. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, за те, що розпочинаєте новий інформаційний тиждень з нашою командою, за те, що приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Це для нас надзвичайно важливо. Безмежна вам подяка за це. І давайте подякуємо також нашим глядачам. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, будь ласка, дякую. До свидання.